Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Топ. Меня зовут Дима, и на канале Данкара вышел первый официальный видос после большого отсутствия! И кто я такой, чтобы не пойти его вместе с вами и не посмотреть? Правильно, перед началом не забудь подписаться на мой канал, если все еще не подписан на меня смотришь, ведь у меня цель 200к до следующей зимы. Обязательно жмякни подписочку, и ты поможешь мне прийти к этой цели. А также забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция, стрим, летсплей. В общем, все самое важное в моем телеграме, и погнали смотреть видосик. Да. 9 дней, да? Да. 9 дней. Да. Это нормально. Да. Это пойдет. Спасибо. С возвращением. Спасибо и с возвращением. Бывало и хуже. Данкарчик кормит. Мне не было год. Мне не было 2 года, Майнкрафт. 3 видео за 2 года. Сегодня глянем ваши тиктоки, которые были за последние годы. Чисто по тебе, да? Или просто тиктоки будем сейчас листать. Типа реакция на тикток. Но судя по всему, именно то, что было про Данкар. Это... И не только ваши тиктоки. Ты сильно похудел. Сегодня сел мой телефон, и я не жду. И не только тиктоки. All she wanna do is party all night. В общем, глянем. Это же, короче, пол... Ребята, видео длится 12 минут, полноценный концерт Данкара. Приготовились? Смешнявки, музыкальные вставки и обсуждение наболевших тем, типа голодные петухи. Все, что можно, глянем. Но вы не думайте, что я вот на свой достопочтенный возраст, я там не разбираюсь в этих трендах. Кто это там заполнял на ютубчике? Какие 3-4 года? А если вбить мой возраст, сколько там покажет? 58 или 52? Так вот этих мемах вот. Не, я во всем разбираю. Я все шарю. Я лично чувствую себя симпом. Не, подожди, давай его поддержим. Пишем в комментариях слово шарю. Что это такое? Не такое уже старое слово. Я тоже говорю слово шарю. Сигма. Да, я Сигма, да. Но в интернете, конечно, полный скибидерис происходит. Иногда даже не понимаю, что за бред-то. Что за бред-то? Ладно, о важном. Тапали ли вы сегодня? Тапал, но не важно. Нет, это шутка была. У меня нету ни хомяка, ни ничего другого. Хомяка? А мьюинг делали? Отвечайте. Да-да, нет-нет. В общем, видео будет много пасхалок. Эшкере и полный чим-чим-чим-азис. Тут это такое должно было быть, потому что... Ну, пошло. А он 100% опять на год пропадет. Да, все так и будет. Всем прощайте, до свидания. А что думали, я пришел и вернулся, и все. Нет, пока. Да, а сколько раз он уже уходил за это видео? За первые 1.5 минуты? По-моему, достаточно часто уже. Да. Мы так тут не шутим. У меня просто нет права уже больше этого делать, поэтому... Поэтому пока я ухожу. Что за бизнес? Еще где-то здесь слева-право нужно прицепить уходометр и считать, сколько раз будет за это видео уходить Данкар. Если будет думать удалить канал, то это за 2 считается. Хватит! Меня забанили в его тег. Максим Арбуз, приношу свое извинение. Чего это? Ага! Если забанили, было за шо? Вот мне тоже всякое нехорошее шлют. И в бот там всякие голые непонятно шо. Всех в бан отправляю. Всех без разбора. Навечно. Преступление, наказание. Все. Все должно быть по порядку. Я сам не знаю, за что банят у меня в моем чате, поэтому, ну, меня самого там банили. Меня в моем чате банили. Меня, владельца чата, банили в чате. Демократия. Топ-3 самых редких явлений в мире. Туманная радуга, небесные вспышки. И Данкар, да? Данкар еще держит свое слово и не пропадает. Он только для этого фрагмента сколько делал монтажа, подожди. Нифига. Да-да-да, я купил капкат и использовал все переходы в одну видео за один раз. Ну, значит, чуть легче, чем я планировал сделать эти штучки, но все равно заморочился. Я начинаю доверять человеку, выдаю ему эту имбу. Да.
О, толстовка, как у меня. Можешь снять видео, просто мои старые видео. По-моему, это уже было, не? Давай! Про видео за последние 2 года. Чисто реакция на себя. О, что-то новое уже снимешь, Богдан. Я один не понял, что он молол пол ролика. Да, фисташка, ты один не понял, что я молол пол ролика. Ну да. Фисташка. Поздравим фисташечку, ребята. Люблю фисташки. Особенно лускать. Я закончил 5-й класс. Я закончил 5-й класс. Что? Что там было про ананас? Я закончил 5-й класс. Фисташка, к тебе вопросов нет, фисташка. Вообще ноль, ноль вопросов. Удачи в 6-м классе. Вы знаете, там была реклама телеграмма Данкара, и я не знаю, я ее подрежу, стоит ли мне ее оставлять или не стоит, но это такое дело. Но оно своего рода тоже искусство. Но хотите к телеграм Данкара, обязательно залетайте к нему на канал и подписывайтесь. А хотите ко мне, тоже залетайте, у меня там ссылочка в описании. Нереальный эффект Манделы. Эти гении не автор этой песни. В смысле? Это наш фит. Чонгук и Чонгук вот сидят. Malibu, Malibu, spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Все, вы поняли? Надо уже выпускать хиты. Да чё ты засиделся там в Польше своей с этими клопами. Пора на студию, пора камеру за собой постоянно 24 на 7, как iShow Speed, чувачок, который Speed, его просто называют Speed. Заказываешь типа охранников и let's go по Европе всем кричать, я Данкар! И как мистер Бис, если кто-то на тебя подписан, то какую-то плюшечку. Можно просто реально плюшку, поняли, булка. А нам не залетят авторские? За кавер как бы залетают. Машина вовсю работает сзади. Ну, все, вот это вот вырвалось у меня случайным образом, вот это вот. Больше такого не повторится. О, извиняюсь. В общем, да. 2024-2016-19. От Данкара прям веет грустью и пустотой, я не знаю почему. Я рад, что я приношу вам позитивные эмоции. А что это у нас у всей Ники такие вкусные? Килька, фисташка. Должен быть арбуз. Если не будет арбуза до конца ролика, то я не знаю, что... Твоими видео помогаю вылезти из депрессии и залезть в нее еще настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Познайте дебри своего дна. Только с моими видео. Удачи. Мой любимый блогер выпускает видео каждый день, а мой каждую неделю. Я примерно так себя и ощущаю, когда пропадаю на некоторое время. Ну да, да. Какой я скуф! 2004-2024. Хоть я не люблю, когда меня называют скуфом, но... А некие сходства с собой. Вот у меня можно ставить так 2 картиночки. Начало Димы на Ютубе и сейчас. Но это временно. Когда мой любимый скуф вернется? Какой я скуф? Борис Бурда, что ли? Может, он про него? У меня нет ничего от скуфа, кроме возраста. У меня нет альтушки. У меня нет альтушки. Пивного живота. Все-таки стабильно в зал ходил, красавчик. Да никакой я скуф. Не. 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 Он преувеличивает. Все нормально. Блин. Так, ну, технически я сам виноват, что заплатил за интернет, правильно? Что я зарегистрировался в ТикТоке. А там было что-то написано, я пропустил. Или его просто песня не понравилась? Что родился вообще на этой планете. Ничего не написано. Не, давай, давай, подпевай! Ты черный, он белый. А, подожди. Осуждаю, осуждаю. Нет, ничего такого я не имел в виду. Вышел. Он еще и оделся. Блонды, и брюнетки, а мне не важно. Нашла, встал. А
Отлично спел. Отличный дуэт. Спасибо, спасибо. Мурр. Данкар, сделай, пожалуйста, видео со скибиди-туалетами, где на твой канал напали злые скибиди-туалеты, и его защищают добрые камерамены и спикермены. И все, кто уже есть в составе Bubble Class. И все это происходит в Варшаве, и Bubble Class защищает Польшу. Он забанен уже, если что. Что такое камерамен? Это кто? Знает, куда смотреть. Это что такое? У меня такого нет. Это что? Это... Кто это сделал? Мне нужно все. Мне нужны все твои данные. Все данные, которые есть. Адрес, дом, улица, мама, папа, дядя. Удаляй с интернета. Шучу. Опять куда-то на год едет. Проси у друзей, с каким блогером ты ассоциируешься. Блогеры, вот был там, ютубер сидеть, вот он. Зачем мучиться над уроками, если можно поспать? Ёкарный бабай Майнкрафт. Это именно про меня, я такой человек, в принципе, в жизни. Пожалуйста, верните Данкара, я плачу при воспоминаниях о нем. Не плакать, мы смеемся. Смеемся. Себе рот просто разорву, как Джокер буду просто. Мы смеемся, мы улыбаемся. Да вернулся, да вот же я, вот он я, вот все, вернул. Че, может Майнкрафт снять вообще? Новый мир. Давай фит с ложкой. Вот это мы подписчиков удивим. Нифига. Во-первых, у меня на канале до сих пор еще есть те, кто просят Дима сними ложку «Последняя реальность». И тут на! Соберем все миллионы интернета. Если я в старости не буду таким, лучше вообще не жить до старости. Подожди, вот этот Уве, он начальник какой-то, да, по-моему? Мэр или кто-то? О, я помню, вот этого Уве я хорошо запомнил. Кто это? Шарите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если я не буду таким дедом, я не хочу быть дедом. Хотя я уже дед. Ну так. Да ты не дед! Я тогда кто? Я прах тогда! Наполовину. Ну блин, конечно, да, блин, Кермит, конечно, ты, блин, даешь, блин. Накурил тут мне, блин, вот это вот. Осуждаем. Да хватит, господи, ну. Это, блин, раскурился, блин, вот этот, аж кудишник вот этот. Кстати, когда-то я снимался в рекламе мобильного оператора. Было дело! И в рекламах чаще всего задымливают комнаты, чтобы картинка была, ну, нереально плавная, такая дорогая, богатая. И, естественно, дымили в этой комнате, ну, где-то примерно сутки, потому что примерно сутки снимается пару кадров. Рекламы должны быть вылизаны, вот, по максимуму. Так вот, пришли соседи. Пришли соседи и начали биться в двери, стучать. Я говорю, что вы тут палите? Им объясняют, что, алло, все нормально, это дым-машина, они. Нет, нифига, выключайте. Так что, Данкарчик, будьте осторожен. Ты сильно похудел. Но улыбка все та же. Да. Я нашел вам новую аватарку, друзья. Это я на сушке. Хей, Данкар. Ты че? Это было год назад, и это кринж, потому что там ничего нет особо. Когда-нибудь я, возможно, сниму видео про зал, но я пока не готов. Да. Вот когда я буду готов... А вы знаете... Но при этом снято, ты видишь, как хорошо. То есть не телефончик где-то там сбоку, а именно такое что-то плотное. Знаете, что я долго собираюсь? Ну, года 4, ну, лет 8, наверное, я сниму видео про зал. Угу. Там была грустная музыка, что-то типа... Тем временем, что делаете вы? Осуждаю. И выглядит так, как будто он таксует, вы поняли? Сколько был бы тариф заказать Данкару, чтобы он меня подвез до дома? Причем тут я? Меня тут нет! Почему здесь в тегах я? Меня тут нет! Для поднятия актива! Ой, хорошо!
Все, музыкальная пауза. У меня давно нет дома своего. Сегодня сел мой телефон, и я не жду звонка. День сурка, день сурка. Будет лучше, чем вчера. Правда, я в процессе думал, чтобы такое еще подпеть, чтобы туда добавить, но это совершенный трек, здесь ничего не добавишь. Бас разве что, ну, а че нет? Ну, уже нету трека, не подпоешь. Пожалуйста, заберите меня в больницу, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, заберите меня в больницу, пожалуйста. Ну, я уже прошу, видите, видите, уже психопат. Мама, мама, можно нам день сурка? Тише, у нас дома есть день сурка. День сурка дома. Он и я не жду звонка. День сурка, день сурка. Блин, ну я долго раздуплялся. Здравствуйте, а Богдан выйдет из бесконечного цикла смерти и перерождений. Бабушка думает, я умру. Очень на это надеюсь. Я правда хочу оттуда выйти. Я устал перерождаться. Я устал созерцать. Здравствуйте, Варакэлли. Кейли. Тебя тоже отметили, да, здесь? Как вы думаете, щеночек Данкар или тортик? Кейли. Тогда почему это щеночек? Официальный аккаунт Румынии постит? Ну, нравится им эта история. Что не так с Румынией? Почему там собаки в холодильниках? Я даже в эту сторону не подумал. Ну? Да, это он. Это рандомные комментарии. Мои дорогие, это абсолютно рандомно, абсолютно комментарии. Всем хорошее настроение. Я вот не знаю, плохо. Это не смешно? Бедный котик по крыше бежал! Или я человек, что я посмеялся с того, как коту стало больно? В интернете сейчас особенно с котиками надо быть осторожным. Уже был один случай. Ладно, в аду все гореть будем. Нравится, не знаю. Достаточно на сегодня ТикТока, достаточно. Чуть не забыл у вас спросить. Вода, как это было, блин, тоже мем сейчас летал с этим же снова-таки спидом, про который я уже вспоминал в начале. Моцный газ? Вода, моцный газ? Вот это чья проблема была? Ну, вот это моя проблема? Или футболки? Проблема... Худи. Забыл, как называется. Это моя проблема. Пока. А куда ты там налил? Ага, куда ты разлил? Вы поняли, куда-то разлил. Что ж, и это официальное, новое, свежее видео Данкара, друзья. Если вам понравилось, смотрите вместе со мной, обязательно тыкните лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Забегайте в мой телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима Типатов. Пока.